Должно быть спокойствие у человека. Он должен заниматься собой, своей семьей, со своими родными, близкими и понимать, что мир многообразен. И если он кого-то ненавидит, он должен понимать, что кто-то его ненавидит. И если он не изживет, я подчеркну, ненависть и неприятие других, то общество развиваться не будет. Поэтому у нас основные проблемы в обществе, что мы умеем что-то создавать, только кого-то уничтожая или ограничивая. И если созидание никогда на этом не строится, это всегда колосс на глиняных ногах. Яркий пример, собственно говоря, СССР, который был создан на уничтожении Российской империи и развалился. Сейчас мы пытаемся, вернее, мы уже поссорились со всем миром, и это приведет всего лишь, именно потому что мы ненавидим других людей, это приведет к распаду нашей страны. Не по причине того, что вокруг враги, всем абсолютно до нас все равно. А мы ненавидим всех и вся, и считаем, что это является объединительной нашей идеей. Это не так.